Всем привет, друзья! В данном видеоролике я вам расскажу, как перевести видео на YouTube с одного языка на другой. Например, вы нашли видео на каком-нибудь иностранном языке, английский, французский, немецкий, хотите посмотреть его на русском языке. Какие есть бесплатные, легальные способы для того, чтобы это сделать? Первый способ заключается в том, чтобы поработать с настройками непосредственно самого видеоролика, который вы нашли. Например, я нашел вот такого блогера SmartFox, который выкладывает всякие лайфхаки, и у него изначально ролик на английском языке. Но, смотрите, если зайти в настройки данного видео, тут есть звуковые дорожки. Сейчас у многих начала появляться такая функция, у многих блогеров, и мы здесь можем выбрать одну из популярных звуковых дорожек, то есть один из популярных языков. Английский, итальянский, испанский, греческий, французский, русский и прочее. То есть, например, видео оригинальное на английском языке, мы выбираем русский язык и начинаем смотреть видео на русском языке. Если на видеоролике таких настроек нет, то есть нету настроек звуковая дорожка, но есть настройка субтитры. Тоже хорошая идея для того, чтобы понять, о чем говорится в данном видеоролике. Нажимаем на субтитры. Здесь также на этом видеоролике достаточно обширный набор субтитров. Если нету вашего языка, которым вы хотите посмотреть данный видеоролик и понять, о чем там речь, нажимаем на кнопочку «Перевести» и здесь уже выбираем язык субтитров, которые вы хотите наблюдать на данном видео. Все, включили субтитры на русском языке, нажимаете на play и начинает вам тут подсвечиваться субтитры на русском языке. Также, если при помощи субтитров вам смотреть неудобно, но также хотите посмотреть видео именно на русском языке, то сделать это можно при помощи Яндекс браузера. Заходим на Яндекс браузер, выбираем видео, например, на английском языке, нажимаем, человек начинает что-то говорить, выбираем хорошо. Перевести вот видео, совершенно новый эпизод. Вот сюда ко мне нажимаем, присоединяется Алистер и Банк, он начинает говорить который уже является на постоянным гостем. Эта функция официально доступна только в Яндекс браузере. Есть некоторые умельцы, которые попереносили ее в другие браузеры, ну, я думаю, ничего не будет сложного в том, чтобы скачать именно Яндекс браузер. Если это вам по каким-то причинам не подходит, либо вы хотите посмотреть видео на каком-то другом языке, а не на русском, и понять, о чем там речь, либо вы хотите перевести видео на какой-нибудь другой язык, а не на русский, то есть еще одна фишка при помощи Google документов. Google документ — это такой же документ, как и Word, но здесь есть такая фишка, как голосовой ввод. Нажимаем инструменты, голосовой ввод. Смотрите внимательно, здесь появляется микрофончик, а здесь нам нужно выбрать язык, на котором звучит видео на YouTube. Я выбираю English United Kingdom, включаю колонки. Сейчас включил я колонки. И смотрите, теперь перехожу в браузер. Здесь же у меня английский язык. Тут у меня английский язык. Сейчас, что будет говорить этот человек, здесь будет писаться английским языком. That was the one where we talked about Alistair's time travel story called Pioneers of the Continuum. And video viewers, you can actually see I'm wearing the official t-shirt, a Pioneers of the Continuum t-shirt that Alistair generously gave to me. Pioneers of the Continuum is a... Значит, теперь смотрите, допустим, мы перевели, допустим, у нас из видео надиктовался вот такой кусочек текста, мы, в принципе, можем его перевести через Google переводчик и получить некий результат. Естественно, данный кусочек, так сказать, субтитров, которые мы получили из Google документа, можно переводить на любой другой язык. В этом и заключался последний способ, как можно понять, о чем говорится в том или ином видео на YouTube и как его перевести на русский либо любой другой язык. Сейчас активно развиваются еще нейронные сети, большинство из них платно, если мы хотим получить нормальный результат, но о нейронных сетях мы уже поговорим в других видео. А кому понравилось это,
ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Будет еще много интересного. Всем удачи, всем пока.